Слушай, ну, ребята, если вам скучно на отдыхе, вот можно вот по таким лавочкам походить. Конечно, кожа. Хорошая или нет? Че, кому скучно? Ну, если скучно в отеле, можно пройтись по магазинам. Белые тапочки не хочешь? Под маечкой. Это не мой стиль. А что твой стиль? Вон там что-нибудь. Ой, летом. Показала. Хочешь помнить, мадам? Какой надо? Это что? Ну что, мне нравится. Да ладно. Ну так мери, что? Да мне, это мужские. А, мужские. А ты мужской? Чего? Мужской, конечно. Ну, конечно, мужской. Я знаю, что это мужской. Женский надо, красивый. Братан, как дела? Отлично. Братан? Да. Все. Ну, тут бабушкины. А это, знаешь, маленький мух. Сказка была. Вот таких. Ну вот расскажи на камеру, что это сказка была маленький мух. Это надо показывать, как он там ходил. Покажи. Вот это... Я же говорю, для бабушек удобно. А, молодежное что-нибудь такое. Ну вот, сказиками. Вот с бантиком. Че? Нет, сказками дома не бывает. Я вам скажу. Ну, пойдем. Каждому свое. Знаешь, почему я так в подошву не хочу? Камера выключу, скажу. Чего? Куда пойдет? Такие, я за них отдала тогда вообще. И я потом приходила, ноги мыла, они не отмывались. Вот так, ребята, включили камеру и пошли по своему поселку. Там пивной магазин, там еще магнит какой-нибудь. Вон отельчик в виде корабля, смотри. Ну, прикольный отельчик вот такой сняли. А вы думаете, как бизнес делается? Он только так и делается. Ну, вот да. Кто-то посмотрел, и я больше чем уверен, что под этим видео там какой-нибудь... Ну, ты меня смотришь. Короче, ты напишешь какое-нибудь говно. Дизлайк поставишь. А даже, может, дизлайк только поставишь, но говно не напишешь. Ну, я... Что ты в Бельзебе поехал? Ты мог что-нибудь круче быть? Нет, ну у нас следующее путешествие. Туда есть. Да. Мы еще не решили, куда мы поедем. Ну, хочу я в Дубаи, конечно, съездить. В Дубай. А в Тибет? В Тибет? Ну, может. А на Бали? Может. По зиме. Короче, здесь нифига. И рахат луком везде. О. Ребята, экскурсию нам трогали. Да, мы уже были. Вы уже нам предлагали. Приходите к нам. Приходите к нам в проект «Всем миром». За 2 года вот можно стать миллионером. Я серьезно. Холворд набираете в поиск или возьму? Нет, вроде здесь неплохо. А мы отдыхаем, а нам деньги идут. А вы без выходных? Я зимой отдыхаю, всю зиму. Мы выкрутый год. Ходим, видео снимаем, нам даже денег. Всем предлагаю, никто не хочет. Неизвестно, какой-то проект, все боятся. Всем хорошо вот стоять. Она только зимой отдыхает. Без выходных человек стоит, зарабатывает на хлеб. Человек и так в Турции работает. Что? Что такого? Ну, она же не отдыхает, она на жаре под солнцем палячит. Зато вон, видишь, сколько маршруток стоит у них. И каждая везет. Вот там нарисовано, по-моему, на яхту. Исузу возит. Еще какой-то автобус куда-то возит. Нет, туристический бизнес, это, конечно, хорошо. Но если вы занимаетесь сетевым бизнесом, вы не привязаны ни к чему. Вам не нужно никому платить зарплату. Взял вам... палочку и ля-ля-ля. Вам платят зарплату. Ну, не знаю. Видео еще будет длинное. Хотя, может, мы кусочками нарежем. Щелкой иногда вот эту штуку делай. И фоточки. Смотри, какая сейчас была бы фотка красивая. Ой, ну, сейчас я фотки буду делать.
Что так-то? Это что? Ну, все, сфоткал. А то там твой друг говорил, что тебя скоро не видно будет. Какой? Когда мы с тобой в Ладожскую сфоткались. Ой, какой ты грузин какой-то. Давай еще. Да я мордвин. У меня бабушка мордовка была. У тебя синяк на лбу. У меня синяк на лбу? Да. Здесь? Да. Ну там кака какая-то вылезла. Турецкая, да? Щелкай. Ну какая я красивая. И ты тоже. Ой, какая прелесть. Шведский стол. Щелкай. Сухой паёк. Ой, какие хорошие. Ой, ты прелесть такая. Вы покушали? Малышня. А, малышня такая. Иди ешь. Смотри. Шведский стол. Вот, давай, ешь. Мясо, фасолька, огурчики. А второй наелся уже. Стол. Жрите сами такую еду, да? Правильно. Второй он там шашлык ест. Там шашлыком кормится. Айран. Айран пьет. Дают айран. А? Дают айран. Пойдем в другую сторону. Его продают. А. Нам так надо. Ну что, ребятки, не соскучились еще? Соскучились. Не устали? Не устали от нас? Это извините. Тутовник. Вот так он гадит. Но вино из него вкусное. Это фиговник, короче. Шелповица, люди знают. Шелповица, тутовник. Гаденыш его еще называют. Сам придумал, да? Ну, смотри, я вот побрился, белая там, вот где вот борода была, здесь белая. Ты что с тобой? Ну, потому что душно. А, это вот фу. Че, фу? Я думал, это водичек. Вон, Ring Beach, отель. Тоже, кстати, находится рядом со кладбищем. Ребята, не ездите туда. Это, ах, такая пятерочка, что... Да, офигеть. У вас денег не хватит, просто сидите там в своей глафуевке. Там ой, я это сказал. Да, сидите в своей глафуевке. И ходите в свой деревянный туалет. Ну, я не знаю, там, берите кредиты на «Жигули». Берите кредиты, чтобы слетать куда-нибудь отдохнуть. Ну вы же смотрите меня, давайте. Дизлайки будем ставить, писать плохие вещи. А мы будем отдыхать, вы будете смотреть нас, а мы будем отдыхать. Знак «Стоп, дур» называется. Да. Дур-дур. Форшмур, да. Слушай, кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. А куда идем мы с пятачком? Кая Барасан, пятачок. Халам-балам. I know, understand. Зур-зур-зур. Подхожу я на яхту. Решила выпендриться. Английского я ни хрена не знаю. Ваши имена, пожалуйста. My name is Irina and Boris and Victoria. Он мне, do you speak English? И что-то там на английском. Я, ой, я не понимаю. Вот так вот, нефиг выделываться. А что выёживаться-то? Что я в каждом видео выёживаюсь? Сейчас выёживаюсь тут. Да. Все на нас смотрят, а я иду выёжусь. Как на дураков. Лучше быть богатым дураком. Может, как на умных. Чем? Я фиг его знаю. Чем бедным умным. Ну, короче, вот ходим, прикалываемся, денежки идут. Но вы же смотрите. Мы идем их тратить. Кстати, это, наверное, не нововведение, но это будет отдельный канал по этой теме. Для путешествий своим ходом? А, не своим. Ну, не своим ходом. Пока. Пока надо все изучить. Бежишь. Ты бежишь? А он ест тортики. Это же вот люди будут смотреть. Он ест тортики. Она тоже ест тортики. Нет, я худею. Что ты контору-то палишь?
Я худею. Нет, мы в Турции. Ты даже вырезать не будешь? Нет, правильно. Как есть, так и будет. Мы в Турции, мы можем себе позволить, ведь все включено. Но на самом деле жрать-то нечего. То есть в любом отеле курица, рыба, все, очередь. И соевые котлетки. То есть захотели похудеть со своими родственниками, смело берите в тур в любой отель Турции. И к следующему разу, я думаю, к вылету из Турции вы скинете килограмм по 5, по 7. Ну, смотря кто на сколько дней возьмет. Женщина на месяц приехала. Я смотрю, такая худенькая уже. Вот женщина на месяц приехала, уже 8 килограмм скинула. Представляете? Вот мы тут прошли, там кафешка. Время не подскажете? Че? 8.15. 8.15, у нас еще время. До финской границы побежать. Да, мы пробовали. Так это с грядки и есть, только непонятно с какой. Нас накормили уже, пукают целый день. То горох, то фасоль, то чечевица, то нут, то каша из гороха, то специи из гороха и суп еще из гороха. Короче. Ты думаешь, вот люди вот это 12 минут будут смотреть вот это? Конечно. Да? Кому надо, тот будет смотреть. Прогулка по поселку Бельдиби. Бельдиби. О, на экскурс повез уже кого-то. Бельдиби. А, здесь есть банкомат, где мы снимали банкомат турецкие лиры. С турецкими деньгами. Вон горки вот. А, кстати, хочу сказать, покупать в Турции дешевле на турецкие лиры, чем на американские доллары или на евро. Это уже проверено, и разница очень достаточно хорошая. Мы подходим вот к туристическому агентству. Ну, мы сейчас переключимся чуть-чуть. Мы это видео пока заканчиваем, там следующее.